основываясь на том, как я понимаю поклонение, моя самая любимая идея поклонения — это сесть с Библией, и я просто размышляю над тем, что Господь говорит. Если я читаю 22-й Псалом, и я говорю: «Господь мой пастырь, я не буду нуждаться», я думаю о том, что Господь мой лидер. И если Он мой лидер, тогда я не буду терпеть нужды ни в чем. И тогда мое доверие Ему, мое упование на Него становится моим актом поклонения. Иногда я сажусь за фортепиано с Библией, и я пою 22-й Псалом. Я Божье Слово пою обратно Ему. И я размышляю над этим словом, и у нас происходит беседа. Господь мой пастырь, я не буду нуждаться. Он ведет меня на злачные пажити. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Он покоит меня. И это значит, что Он будет заботиться о том, чтобы я приобрел покой, чтобы я мог успокоиться и расслабиться. И Он ведет меня не в бурю, не в ураган, Он ведет меня к водам тихим. Поэтому мое поклонение заключается в том, чтобы мне полностью объемлить, пропитаться, наесться Его Слова и отдать эту хвалу Ему, обратно Ему. И я обнаруживаю, что очень многие люди не пытаются Его восхвалить, не наполнив себя Его Словом. И тогда наша хвала, она становится очень ограниченной, очень неглубокой. И тогда у нас нет других слов, кроме «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». И это тоже хорошо, но я хочу побеседовать с Богом на тему Его Слова. И это то, как я поклоняюсь.